Друзья, всем привет. Ну что, я наконец-таки приехал. А куда я приехал? Скажи мне, куда я приехал? Ванжоу. Ау, извини. Вот этого человека я не видел. Сколько? 10 лет? 10 лет, да. Представляете, друзья мои, вот тоже наш коллега, тоже парикмахер. Поэтому, наконец-таки, я... Да, это Олег. Извините, забыл представить. У меня просто эмоции. С Олегом не виделись 10 лет, и он все говорил, когда приедешь. Да, 10 лет приехал. Да, и через 10 лет приехал, так что, видите, как... Я не выспался. Утром ехал в аэропорт. Да? А я тоже не выспался. Вроде как бы Олег сказал, обязательно поспи. Но я, тем не менее, тоже не выспался. И тоже такой, как сонная муха. Я вам быстренько... Ты не против, я покажу, как вообще, как выглядит аэропорт. Это какой, Олег? Ванжоу. Слушайте, огромный аэропорт. Меня всегда просто ругают за то, что я очень быстро кручу-верчу. И показываю в этот раз очень медленно. Надеюсь, это... Никто не будет меня за это винить, что я показываю слишком быстро. Короче, вот такой вот аэропорт. Туда еще просто вот, ну, очень много секций. Короче, мы это побежали дальше. Следующее видео будет в нарезочке к моему основному новому видео, как я прилетел в Гуанчжоу. Поехали.